Громкий политический развод в Грузии. Партия бывшего президента Михаила Саакашвили окончательно раскололась. Единое национальное движение, являющееся крупнейшей оппозиционной силой страны, сегодня покинуло часть лидеров, в том числе недавно освобожденный из тюрьмы бывший мэр Тбилиси Гига Угулава. Развод стал результатом длившегося несколько месяцев противостояния сторонников Саакашвили и группы прогрессивных политиков во главе с бывшим секретарем Совета национальной безопасности Гигой Бокере. Выйти из партии последние решили прямо перед съездом национального движения, который запланирован на 20 января. Теперь уже бывшие соратники Саакашвили объявили о намерении создать новую политическую силу. Ответственным за этот распад является один человек. Тот человек, который создал эту партию. Михаил Саакашвили сегодня является проблемой только для самого себя. Михаил Саакашвили – человеческая боль каждого из нас. Этот человек больше не достоин быть лидером партии. Я говорю это с болью. Это не тот Михаил Саакашвили, который объединял людей и давал надежду в 2012 году.